Мекка для молодых и креативных открылась в ОМЦ «Химик». Молодежная площадка создана для воплощения новых идей, которые можно реализовать в кругу единомышленников и благодаря совету опытных наставников. И 9 апреля они уже провели первое занятие. Такая площадка нужна в первую очередь для тех, кто хочет развивать регион, хочет развивать то место, где он находится. Он не понимает, допустим, как это делать. У него нет четких алгоритмов действия. У человека непонятно, где взять ресурсы на реализацию своего проекта. Если такие вопросы хотя бы раз задавал себе молодой человек, тогда ему точно нужно идти к нам. Новое молодежное пространство открылось при поддержке региональных правительства и Министерства спорта. И если пилотный проект удачно приживется в Омске, то площадки откроются даже в районах. А молодежь получит шанс не только обзавестись своим делом, но и поработать в правительстве региона. Я думаю, те ребята, которые здесь себя реализуют, это однозначно наш новый тот потенциал, который придет работать и с молодежью в нашу в Министерство по молодежной политике и спорту, и в Министерство экономики. Конечно же, это то будущее, которое мы здесь сегодня с вами будет делать первые шаги, и, соответственно, потом уже будет креативить дальше уже в рамках областного правительства. Так первые предложения поступили молодому дизайнерскому дуэту, по проекту которых была отремонтирована площадка. Возможно, дальнейшие какие-то проекты тоже мы будем выполнять, где-то нас могут приглашать. Что не зря мы участвовали в этих конкурсах, что будут даваться еще какие-то площадки под воплощение наших дизайнерских каких-то идей. Ядром молодежного пространства станет проектный клуб, место, где и ждут новые идеи. Вступить в него смогут амичи от 17 до 30 лет, которые несколько месяцев будут проходить обучение. Первый выпуск, по прогнозам организаторов, это 50 человек с проектами, готовыми к реализации.